Сайт «Новости и события Турина» как для туристов, так и для местных жителей, на котором каждый сможет узнать о предстоящих интересных событиях в Турине, достопримечательностях, музеях, выставках, событиях моды и о многом другом. Как можно легко разобраться и быстрее найти нужное событие на сайте? Да очень просто! Рубрика «События месяца» содержит в себе 12 статей в году с января по декабрь. Возьмем для примеру тему «События Турина в августе», которая расскажет вам о текущих и предстоящих событиях, а также коротко о новостях и происшествиях по городу Турин. На нашем сайте вы всегда сможете найти себе русскоговорящего специалиста во многих областях. Гиды и экскурсоводы, переводчики, курьеры, строители, фотографы и видеооператоры, ведущие свадеб, певцы и музыканты и многие другие услуги по региону Пьемонт. 12 статей в году, которые откроют для вас Турин по-настоящему. Кроме рубрики «События месяца», новости и события Турин регулярно обновляются различными познавательными статьями о нашем замечательном городе, фотографиями и видеорепортажами с улиц города, а также самыми значительными событиями, прошедших в городе. Чтобы быть всегда в курсе и получать новости Пьемонта одним из первых, вам необходимо подписаться на наши обновления. Портал «Новости и события Турин» для вас 365 дней в году.